Всем привет, друзья, с вами я, отец-одиночка Нюким, и у меня пропал сын. Он пропал сразу после школы, причем там его никто не видел. Однако сейчас мне звонили прямо оттуда и сказали, что у них есть какая-то информация. Так, ребята, с нами поедете? Так, ладно, нет, уже поздно, вам надо готовиться завтра к школе, поэтому мы поедем одни с Ржависом. Хотя... Так, Ржави, знаешь что? Ты нужен дома, я поеду один. Все, давайте. Идите там, готовьте. Проверь у них уроки, чтобы сделали. Все, ребят, давайте, до завтра. Так, мне позвонил охранник из школы. Сказал, что там есть какая-то информация по моему сыну. Скорее всего, они починили камеры, и сейчас мы все узнаем. Так, передачи переключаем и поехали. Блин, поздно, ребята, неужели школа до сих пор работает? А еще драндулет мой никак не едет. Ну, ладно, все-таки, в конце концов, это же ВАЗ, да, а не Мерседес. Оу, кстати, насчет Мерседесов. Нифига себе, так, мужики, вы что меня тормозите? Так, лучше я отъеду. Извините, пожалуйста, если я вас подрезал, я не специально. Так, да что такое? Воу! Вы что творите вообще, а? Какого хрена? Я простой работяга. Так, не надо пулеметы. Зачем автоматы? Что случилось? Ребята, я же ехал, никого не трогал. Не то ты хочешь знать, круть... Так, вы чё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Стоп! Где я? Что? В подвале? Вы кто такие? Чё вы смеетесь? Чё, смешно, что ли? Так, стоп, где мои вещи? Так, ребята, а ну-ка выпустите, вы не на того напали. Ребята, заткнись. Как, в смысле, вы меня кто-то похитили, что затыкаете меня? Я детективом заделался? Стоп, так мне говорить или молчать? Или я могу заткнуться, помолчать, в уголку посидеть? Ладно, все, хорошо, давайте поговорим. Раз вы такие разговорчивые, давайте пообщаемся. Так, ну что, в смысле детективом? Я так-то своего сына ищу. Вы у меня, блин, на полпути, блин, похитили. Я уже почти узнал, где он, мой сын. Сына своего. Сына. Да, так что вы точно не того взяли. Не знаю, на кого вы там охотитесь, но я тут ни при чем. В смысле, буйный. Блин, а если бы у тебя сына похитили, что бы ты делал, а? В углу бы сидел, а? Так. В смысле, отпустите. Так, уроды, вы пожалеете. Чё у вас тут вообще такое? Какая-то подземная тюрьма. Стол с щипцами. Это чё, пыточная? Так, обздец, а где мои вещи? Судя по всему, если они их выложили, они где-то неподалеку. Сейчас надо попытаться как-то отсюда сбежать. Блин, крепкая зараза. Так, опа. Еще парочку, я свободен. Ой. Блин. Ой, ребят, тут что-то у вас стены обваливаются маленько. Что? Да я просто хотел расширить жилплощадь. Вы чего? Так, никуда я не пойду. Ребят, не-не-не, я вот здесь посижу. Все, мне нормально. В принципе, условия отличные. Жалоб нет. Ай-яй-яй-яй. Ладно, я понял. Куда? Сюда? Ай-яй-яй. Вы чё? Меня пытать собрались? Не-не-не, ребята, да я вам и так все скажу. Лисочка! Здорово, дети! Здорово, всем привет! Как дела? Да, все, не убивайте их. Не убивайте. Так, ну что, граждане? Все? Игра перевернулась, да? Ну вот теперь вы мне будете все рассказывать. Так, где ваш начальник? Где ваш начальник, урода? Где начальник? Что вот, зачем вы меня похитили вообще, а? Какой смысл? Ничего не знаете? Просто охраняете? Что вам сказали? За что меня задержать? Работаете на компанию CDK? Так, блин, ну и как мне их разговорить, а? Блин, так, пытать нельзя. Мы не такие, как они. Приказали. Так, где мои вещи? Где мои вещи? Так, показывай. Что? В сейфе, что ли, были? Молодцы. А! Вы меня по телефону следили? Красавчики! Вот так и надо, правильно, да. Оставляйте телефон около пленника. Вот самая гениальная ваша мысль. Так, телефон-то где? Кто мой телефон взял? О, спасибо. Ну,
В принципе, фиг с вами. Ничего, дальше сами разберемся. ЦДК. Так, загоняйте их. Давайте, полезайте, полезайте. Все, теперь меняемся местами. Вытерты, посидите маленько, да, подумайте над своим поведением. И как вообще докатились до жизни такой. Все, счастливого вам тут сидения. Все, ребята, пойдемте, уходим. Тыкс, ну тюрьма вроде не глубокая, раз вы тут потолок сломали. Опа, гараж. Ничего себе. Вот это да, еще и уже утро. Ну супер. Так, ребята, поэтому аккуратнее гуляйте около гаражей. Потому что вот идете, да, вроде обычный гаражный кооператив. А кто знает, что там под землей, какие там тюрьмы. Так, здрасте, добрый день. Че, куда это ты уезжаешь? А, о, такси, блин, извините, пожалуйста. Да, да, сейчас уже будем. Сейчас фотку на всякий случай. Ага, координаты запомнил. Все, ребята, нам в школу, нам в школу. Блин, а машина моя где? Остался без тачки, ну класс. О, а сюда точно можно заезжать? Блин, меня наругает. Не надо так делать, зайти на клумбу еще. Ну, молодец, молодец, блин. Так, здрасте, здрасте, здрасте. Я Никита Нюкомович. Вы мне звонили, да? Вот, телефон, посмотрите, ваш номер. О, отлично. Ух, пойдемте быстрее. Я маленько задержался. В общем, пойдемте, записи с камер. Так, отлично, он засветился на камерах. Так, а вы их починили, молодцы. Так долго? Долгая история, меня маленько задержали. Так, ребят, ну пойдемте посмотрим, что там по камерам получается. Так, если он есть на камерах, значит, скорее всего, его кто-то похитил. Так, а если это те же перцы, что и меня? Интересно, интересно. Давайте, мне уже не терпится увидеть, что там за херня. Так, ну еще и где он? Я что-то не вижу. А, вот, вот, Глеб! Сумкой, так, и какой-то пацан. Так, стоп, это кто вообще такой? Я его не помню. А, нет, это не, я не помню этого пацана, это кто вообще? Так, и они куда-то идут. Куда они там пошли? Так, блин, почему камера поворачивается в бок куда-то? Черт возьми, она что, просто так, что ли, снимает? Ну вот, здорово, их уже не видно. А, на гелике уехали! Гелики! Это зацепка! Хотя тут у всех гелики. Так, что за пацан? Ну-ка быстро рассказывай, что это за пацан такой? Что это за пацан? Мы не раскрываем личные данные клиентов. Так, ты сейчас станешь клиентом больницы. Ну, я рассказываю быстро. Раз помогаешь, помогай до конца. А то какой смысл, блин, в этой записи? Давай, давай, колись уже быстрее. Только давай быстрее, дверь закрываем. Это сын директора ЦДК? Начинает все складываться. Да что это, блин, за ЦДК такая, а? Как расшифровывается? Центральная девелоперская компания? Благодарю. Так, ребята, пойдемте. Нам надо найти офис ЦДК. Ну, у нас есть для этого телефон. Спасибо большое. Все, погнали. Ага. Далеко идти не пришлось. Вон, ребята, школа, а вот офис ЦДК. Ну, я думаю, читать вы умеете, да? Окей, пойдемте нанесем им визит. Какое огромное, блин, здание. Ни хрена себе, посмотрите, блин, сколько тут этажей. Офигеть, зачем им наш Глеб? Зачем нафиг им наш Глеб? Так, где тут вход? Опа! Добрый день, добрый день. Где мой сын? Так. Так, так, закрылся. Вот, спасибо, Грошек, давай, тебе даже говорить не нужно, ты сам все понимаешь. Отлично, проходим, голову пригибаем. Здрасте! Глеб! Глеб, Глеб, иди сюда, мой маленький! Живой, здоровый! Фух, слава тебе, Господи! Капец! Что, ты связан? Ну-ка, развязывайте, да не отстаньте его от пацана, он никуда не денется. Господи, ага, дверь на замках. Ну, Грошек их своей тушей выломал сразу же. Ну, блин, Глеб связан. Давай развязывай, ага, молодец. Все, 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 все закончилось, мальчик мой. Мы тебя освободили, развязали. Так, и объясни, пожалуйста, что тут происходит? Почему тебя похитил твой, блин, одноклассник? Да я понял. Ну, просто это как-то маленько не подходит на классическое похищение. Обалденный ремонт в подвале. Компы. Топовые, нифига себе. Да у меня похуже будет. Так, ну-ка еще в холодильнике. Нифига, мороженое, чипсы, мармеладки, гриль, газировка. Ни хрена себе. Это что такое? Он тебя кормил? Так,
Грошка, ну-ка отпусти его. Где этот гад? Ну сюда, куда пополз? Ну-ка встал! Ну-ка встал! Что за фигня? Что у вас за семейная какая-то хренотень с похищениями, а? Ну-ка рассказывай давай! Так, я легонько. Что? Иди в по... Так. Ну-ка, все приготовиться! Здрасте, мы вас ждали. Чё, без оружия? Вы, кажется, маленько ошиблись дверью. Так, ну-ка заходим. ЦДК? ЦДКшный? Ты его отец? Ах ты урод! Ах ты тварь! Ты чё делаешь вообще, а? Чё твой сын себе позволяет? Чё твои люди себе позволяют? Меня твои гады похитили! Ты тварь! Меня держали в подвале, хотели пытать! Ты урод сраный! Ты чё творишь, а? Ну давай, я тебе даю 5 секунд, чтобы объясниться. Ладно, минуту. Так, ладно, не бейте его, не бейте. Ну, как говорить, что это вообще происходит тут? Глеб единственный, кто общается с вашим сыном, и он боится, что Глеб уйдет из школы? И для этого вы его похитили? Он вам что, похож на котенка? Или, может, на щеночка? Может быть, на хомячка? Это что, домашний питомец? Ругал, ага, ругал. Типа, ты не виноват, твой сын виноват, да? Вот такой вот ты отец. Знаешь что? Мне кажется, это отличная комната, чтобы провести в ней остаток своей жизни. Да ладно, все, сидите тут с сыночком. Давай, что ты Грошка обнимаешь? Это не твой брат. Вон, иди батю обнимай. Чего слушайте? Что, ты хочешь извиниться? Да, во-первых, конечно, не помешало бы. Но, во-вторых, одних извинений тебе не хватит. Чего не надо? Ты меня похитил раз, моего сына похитил два. Извиня... Вообще-то я очень богатый. А сколько? Ну что, ребят, как говорится, обо всем всегда можно договориться. Этот мужик сейчас отдыхает. В тюрьме, в принципе, очень даже неплохо можно отдохнуть. Парень будет дальше ходить в школу. Да, мы поможем его воспитать как следует. В общем, я маленько выпустил пар с детишками. И, в принципе, чувствую, что я, ну, спокоен. Да, я лично это больше претензий к тому чуваку не имею. И, в конце концов, он же сейчас в тюрьме сидит. И вот там он тоже, я думаю, очень быстро исправиться. А вот это тоже часть компенсации. Да, я тоже договорился. Теперь вместо ВАЗ 21-029 у меня есть Мерседес. Короче, все как никогда лучше. Так, ну что, ребятки, давайте садимся и поехали домой. Всем пока. Ой, прости, дай подую на бабочку. Фу-фу.